Выставка «Сдается квартира. История доходного дома» открылась в минувшую пятницу в Самарском музее-галерее «Заварка». В центре внимания – само здание, где располагается музей. Исторический объект с богатой историей, длиною в столетие. В качестве экспозиции – предметы быта, исторические справки и объявления. Нам показалась эта история очень интересной, потому что здесь мы рассматривали и архитектуру здания, внутреннее устройство, как его делили на квартиры, как квартиры делились на комнаты, какие были виды квартир, какие социальные группы проживали в доходных домах. И эта история настолько стала нам интересна и, ну, не побоюсь этого слова, увлекательна, что мы прямо на очень долгий временной процесс засели в процессе написания экспозиционных планов. Выставку организовала молодая команда музея. Научные сотрудники приступили к работе еще в декабре прошлого года. Куратор выставки, историк Анастасия Волынкина, делится. Им удалось создать общее представление о домовладельцах, квартирантах и образе доходного дома именно в Самаре. Над этой выставкой работала вся команда. Моя роль заключалась как раз в поиске исторических источников. В основном я использовала периодическое издание, дореволюционные газеты. Это было интересно. Историческое исследование – это всегда увлекательно, потому что ты как детектив-следователь проводишь исследования. Мне понравилось, что работали над выставкой молодые ребята. Мне очень понравился их подход. Это интересно. Это интересно. Здесь начинаешь жить с другой точки зрения, потому что ходишь по улице и понимаешь, что с тобой рядом идет история. Выставка будет работать до 12 мая. Но и потом «Заварка» продолжит раскрывать феномен доходных домов в Самарском крае. Программа обещает быть насыщенной. Александр Шугаев, Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.